Студенты политехнического колледжа в Когалыме теперь не опаздывают на пары. На входе в здание установили тепловизор. Его приобрел окружной департамент образования. Студентам больше не приходится стоять в очереди и ждать, когда им измерят температуру. Раньше специалисты делали это с помощью бесконтактных термометров. Приходилось учитывать погрешность аппарата, если человек только что зашел с улицы. Современная же система определяет температуру с высокой точностью, плюс может сканировать сразу 10 человек. После этого данные отражаются на мониторе компьютера. За показаниями следит специалист охраны и по необходимости вызывает медика. Отмечу, ежедневно колледж посещает больше 600 студентов и 120 преподавателей. Это очень упростило нахождение в колледже, потому что когда измеряли температуру термометром, нужно было стоять в большой очереди, ждать, пока каждому измерят, и проходить уже. Это создавало такой дискомфорт, поэтому нужно было приходить пораньше, либо же задерживаться.